Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. Это упоротые бруталы в звездном космосе. Окей, продолжаем. Коротко и ясно. Всем привет. Господи, почему он мертв? Оружие! Мне нужно оружие! Беры. В последней серии мы били друг другу таблет. И таблет болит. А, тут много гнезда уничтожает. Окей. Бай! Какой тупор, это пушка у меня. Ну блин, самая примитивная. А, мне больно. Хорошее начало. Короче, в последней серии... Пока. Хорошее начало серии. В последней серии Тамару похитили. Остальные все счастливы, поэтому... Да, там расчлененный папаня где-то валяется. Ему отрезали... Что-то. Лишнее. Да, явно лишнее. Если посмотреть на Тамару... Да, у меня перегрелся. Стреляй в них. Ай, они бегут, тебя убьют сейчас. Нет, нет. Нормально. Мяу-мяу. Пью-пью-пью. Господи, Шепард сажает корыто. Корыто. Они появились из воздуха. Они были невероятно крутыми. Блин, я забыл пушку взять. Ладно. Не? И вот ты сейчас умрешь. И тебе на вот туда прям, да, вот, и вот тебе тоже. Чё такое вообще? Это ты делаешь? Огонь! Мимо! Нормально. Чё это было? Я оглох, по-моему. Никто не вижу. Ой, больно. Нет, не больно. Страшно. Огонь! Ого. Научи меня. А, этому нельзя обучить. Чё, теперь спокойно даже выпустить. Спок, как обычно, такой. Окей. Обычный день. Да, сейчас хвостоток. Ой. Я не полезу в китайский корабль. Где Кумар? Признавайся. А я тут просто летаю. А это Карл Урбан. Черт, я забыл дома выключить чайник. Мне нужно возвращаться. 3000 световых лет пролететь осталось. Это что за хрена? Умные речи. Еще умные речи. Меня волнует только то, что мой костюм меня обтягивает, и я потею. Меня тоже. Обтягивающее трико, детка. Леггинсы. Мне два достижения дали. Да круто. А тебе дали два достижения? Естественно. Блин, я думал, ты в пиратку играешь. Во, смотри. Чё-то тут как-то... Это что за хрень? А он так и сказал. Да, слово в слово причём. Меня, говорит, волнует твоя мозг. Ну как? Там. Как этот Брюс Всемогущий там такой раздевался. А, ну может быть, да. Тут тоже. О, Харли Дэвидсон. Ну черт, мне сломанный достался. Вау. Инвертирование рулит. О, камни. Dead Space 3. Я стрелять не могу. Факт, я тоже, кстати. Гарольд хочет нас убить. Сволочь! Она... вот здесь. Я только в дырочку хотел влететь. Интересно. Дырочку, вот она вот, улетай. А как так вообще? Что такое? Я не знаю. А, это было... Ты выпрыгнул вообще с самолета? Я забыл мотоцикл. Уворачиваемся. Сейчас Гарольд нас пытается задавить, но у него не выйдет. Пи-пи! Пацаны, смотрите, как я умею такой. Да. Пацаны, 90! Он убил меня на этот раз. Только я не понял, как, правда? За секунду того, как убило бы меня, потому что я дырочку не нашел. Ха-ха-ха.
Да, блин, как обычно. Я торможу, то есть. Это я торможу, я же врезался. Нет, но я имею в виду, что дальше лететь смысла нет. Я где-то видел эту катсцену уже. Гарольд, твой выход. Блин, меня ударило, меня опять ударило. Вот он. Капец, ты играть не умеешь. Я в аду. What? Прибегом what? Надо посмотреть кассену все-таки, что повезет. И они сами долетят, да? Да. А вдруг? Why? No. No. Come on. No. Oh, не дали. Дырочка. Я пролетел. Нет. Все, вот теперь пройдем. До этого ничего вообще не было. Мы окей, были на планете, сели на корабль, и вот мы летим. Да, и мы смотрим катсцену, типа ничего не было. Типа мы не знаем, что сейчас. Да. Смотри, как это делается. Я смотрю. Блин, слушай, я от нее в 5 метрах находился. Ну давай не будем. А ты слева или справа отлетал? Хорошая серия, мне уже нравится. Да, то есть с самого начала как-то все пошло на лад. Что-то пошло не так. Гарольд. Молодец, Гарольд. Good boy. Good boy. Вот я сейчас врежусь. Нет, нормально. Вот. Ирочку! Ой, папа, валюм, папа. Уворачивайся. Нет, он меня. Вот дыри. Прикольно. Это жнец. Это не жнец. А, это жнец, смотри, на самом деле. На самом деле жнец. Второй жнец. Третий жнец. Ну, три жнеца. Это нормально. Это мало. Why? О, я думал, все. И такой встал резко. Сейчас такой. И жопу стер. Об клетку. Конечно, из-за тебя все проблемы были. Да. Что там? Подожди, там сканировать можно? Здесь нечего сканировать! А и что? А и что? Ничего. Пошли. Родной корабль. Давай его сломаем. А что это за штуки? Пивасик? Нет. Это настольные игры. Фигай. Вы тут были? Нет. Да как нет? Были, это ж наш корабль. Нет. Вы не были на своем корабле? Нет. Окей. Вот смотри, а если эту штуку открыть, то здесь можно устроить неплохой бассейн. Факт. Так и поступим, как победим всех. Стёлками! Открой! Открой, сказал! Я сказал, открой! Не хочет. Категорически отказывается. Короче, смотри, как это делается. Короче, я тебя обогнал уже 3 раза. Ты где? Видишь, я открываю. Конечно. Командир Сула. Командир. Командир. Билли Бонс. Капитан. Капитан, I'm here. She's in pretty bad shape. She's in. I'm in very bad shape. Of course, it is. Справится турболифтом. Наглядное пособие, как пролететь через мусор в космосе и попасть на корабль и попасть в лифт. Все было сделано просто великолепно. Вот смотри, пол блестит.
Я буду к нему поближе. Ой, у меня тень вторая глючит. То есть, если ты присядешь, ты три тени увидишь. Нет. Нет? А. Вообще у тебя глючная какая-то игра. Одна и та же игра. Пиратка. Что у нас? Это птичка. Нет, спасибо. Они все захватили, капитан. Я буду разминировать мины. Их надо вот так разминировать. Я думаю, они знают, что мы здесь. Скрытно. Я мастер стелса. Ой, мина. Умри, погибли. Ой, там туры. Я вас всех убивать. I'm сдох. Ты совсем сдох? Не, нормально, встал. Как ты встал? Просто споткнулся. Не знаю. Реально. Тайна покрытая. Мне нехорошо, капитан. Так, пес с ним. Нет, я один. Думаю, сейчас я недалеко тут. А мне больно. Убей его, он тебя убивает. Нормально. Нормально убивать. Убиваем, солдат. А, мина. Вот так. А, еще одна мина. Оу. Это была мина. Вообще, мы должны тут эту штуку взломать, ну ладно. Бесконечная власть! Come on! А, тебе нужна моя помощь. Смотри, там турели. А что ты взламываешь? Ну, штуку. Штуку? А где? Вон. Турели, аккуратно. Я не вижу. Ну вот, ё-моё. Вот, перед нами. Так у меня не наводится на нее. Почему? Не знаю. Наверное, еще... потому что я не заглючен, и мне нужно с этой стороны все делать. Да нет. Стоп, а как мы пройдем-то дальше? Хороший вопрос. Черт. По-моему, мы обречены. Я могу усилить... Вот, появилось. Ой, блин, меня стреляют. Надо выходить срочно. Во, получилось наводиться. Давай. Ура. А, не ура. Ура, ура, ура. Yeah. Yay. Бегом. Давай. Каман. Вообще мы тупо могли сюда пройти и не взламывать эти турели. А, так это зум турели был? Бля, почему ты тогда не сказал? Я думал, это типа дверь открыть, чтобы... Я думал, это нам действительно нужно, раз ты считаешь. Ты же капитан мозг операции. Все как всегда. Ой, он упал. Ну ты погорячился. Эу, куда пошел? Пацан. Его сдуло просто. Ты пользуешься гранатами? Нет. А зря. Ну я тоже, в принципе. Забываю за них постоянно. Во, горы! Блин! Он даже не подбирает. Сказочно богат, 18 патронов. Да ладно. Это было эпично. Обитель я больный май. Где? Ты меня видишь? Да. Чёртова кадрила 3000. Палит контору, согласен. Давай. Давай. Так неторопливо. У меня там же... Давай. Ты сможешь. Я даже ничего не нажимаю. Ладно, пёс. Подвинься. Блин. Не показали эпичный момент. Все нажрались. Без нас. Твари! Звук шел оттуда. Я сейчас вам. Господи, что за хрень?
Вот, его видел. Почему он не удивился? Почему ты не удивился? Я его видел в фильме. Ай, не могу с ним. Ладно. Ладно. Ой. Предупреждали бы. Окей. И он шарит, да? Мы починим. Мы умеем. Эти починят. А вы, говорит, пока принесите ящик пива. Хорошо. Окей. Пойдем поздороваемся. Патрики. Это наш корабль! Как там успехи? Я кого-то обжег. Перегаром. Он тупо не дох. Почему он не дох? Потому что он кэт. Эо, ты, может, не будешь меня стреляться? Не стреляйся в него, выиграй. Капец. Какой великолепный все-таки рэгдолл в этой игре. Нормально. По-моему, оно вообще живо. Господи, что там происходит? Да нет, ничего, все хорошо. Кто-то еще там хкает что-то. Где? Ты видишь? Что ты видел? Точно. Капитан, что нам делать? Капитан, сделайте что-нибудь. Капитан. Я нашел, но это не делается. Это не так делается. Сразу пострелять. То есть мы должны ждать, походу. Капитан, что нам делать? Капитан. Так, тут какая-то штука и там что-то. А, вот этот хмырь идет. Он, короче, медленно ходит. Капитан, быстрее! Я залез в вентиляцию. Капитан. Капитан, прием. Тут еще одна есть. Хватит на всех. Я в нее не полез. Ваш напарник ожидает вас. Зачем, капитан? Тебе нужна моя помощь? Нет. А у меня написано, ваш напарник ожидает вас. Так это может, типа, ты меня ожидаешь? Нет. Я не мой напарник. Ох, какая тавтология. Потому что главного героя Спока играл не мой фамилия. Леонард? Ага. Какая двусмысленность. Та-та-та. Вот это поворот. Капитан, что происходит? Я что-то нашел. Это ящики. А это что такое? Ожидание напарника. Встань, короче, к нему. Подожди, я уже возле тебя. Нет. Почти. Нет. Даже сейчас. Все, я бегу к нему тогда. Ваш напарник ожидает. Я бегу, напарник! Давай, беги уже. А, это было сложно. Он трогает мою голову. А что ты делаешь? Я как чужой. Оп. Don't touch him. А можно встать так, что его будет не видно. Типа у меня третья нога. Типа я все делаю. Так, и чё? Все это время. Великолепно вообще. Это колоссально. Откройся! Пасабро! Ну, давай, ну. Давай. Та-та-та-дия. Да-ди. Давай тебя... откроем. Да. Оп. А, да, детка. Ты так пахнешь. Уэлл! Пип-пу-пип. Что за пип-пу-пип?
Тут надо говорить пилим-пилим-пилим. Не, это из этого. Я заразился. Из Дэдпула. Там на кнопки так нажимал. Сам озвучивался. Упи-пап. Враги, капитан. Мы должны их убить. Должны выиграть их. Ты опять переоделся? Да, нет. А, больно. Я аж упал. Так смешно было. Ёжик тумане. Там самый настоящий турель. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да блин. Улетел. Там вдалеке еще одна. Конечно, сейчас сделаем, стравим. Гвоздиком. Ой, она по-прежнему хочет нас убить. You bastard. Я тебя просканирую. Полностью. Слушай, а может мне прокачаться? У меня уже 3200 очков. Ой-ой, я спрыгнул в ад. Я сейчас умру. Бывает. На пол не прыгай, короче. Я какую-то балду прокачал вообще. Interesting. Какую-то шляпу прокачал. Это все нормально. Да ты успокойся уже, ну, стреляет по мне. О, я сам себя убить могу. Ах, больно. Последний выстрел был очень не кстати. Очень не... даже и болюч. А, только не умри! Не умри! Теперь ты. Давай, она отвернулась пока. Ура, отворачиваемся. Я могу. Все, надо взломать эту срань. Оп. Я недолго. Недолго, давай только. Все, сломал? Нет. Блин. Ну, сейчас мина. Вот сейчас все, да? Вот сейчас выиграл. Я проверил просто. Так, там какие-то штуки. Тут кругом какие-то штуки. А вот там именно вот вообще какие-то такие, которых быть не должно. Ого. И народное тело в корабле. И народное тело. Тело народа. Что было? Я пытаюсь взломать вторую турель. А я куда-то пришел. Идет. Так. Ready. Осталось понять, куда я пришел. И зачем же со мной было? Так, ну что-то вот здесь, вот эта штука. Да вон она там. Одна я есть, вторая наверху. I'm coming. Куй, выхли, выхли. Здесь пьяно режет. А, окей, ты должен одну, я вторую, короче, одновременно. Ну, ты понял. Ну, я стою около нее. Ну, сколько тебя ждать-то можно? Пожалуйста. Я нижнюю просканировал. Ты верхнюю, пожалуйста, просканируй. А верхнюю я не могу просканировать. Почему? Ты можешь просканировать, пожалуйста, верхнюю. Ее просто трогать надо. Я включил. Да, тогда и все, ок. Сейчас что-то взорвется, по-моему. Тут я еще фишку какую-то нашел. Captain, wait for me. Вот там сверху пришли бабаки. Там у нас турельки теперь. В помощь нам. Так, на те же самые действия провернуть, походу. Ну, я вроде как тут. Так, а я еще нет. Я наверху. Я готов. Я нажимаю. Отлично, да.
А, блин, назад идем. Ага. Я обжегся. Как это сделать? А где назад? Да не, ну, вот, то есть назад как бы вперед. А, открой дверь, пожалуйста. Я сфоткаю это. Сфоткай, типа дверь открыл. Типа планету взорвал. Да-да. Надо, вот так. Подожди, давай еще раз пролезу. У меня умерло управление. Я не могу двигаться. Толково. Я могу камеру вертеть. Ладно. О, вроде отлепилось. Блин, я уже думал, может, добегу. Опустит. Как думаешь, если я спрыгну, я умру? Я нет. Паркур. Там, походу, не сюда. Как не сюда? Ну, там просто вокруг обежали, все. Да сюда. Нам, наверное, наверх. Нам туда. Точно? Туда нам, наверное. Наверное. Здравствуйте, зачем вы тут? Ой, палька, больно. Что там было, нам дали задание, мы не выполнили его. Ой, слушай, меня убивают, тут больно. Да, получи, член моей команды, я убью тебя. Это был не ты. На-на. Ты не попал, хорошо. А, вот тут ты попал. А, это ты, блин, я думаю, что за зомби бегает. Слышал? Ра-та-та-та-та. Малим патроне. Человек или пришелец? Человек. Он до сих пор глючит. Тебе неправильно работает игра. Нет, у меня игра работает как надо. Она работает великолепно. Именно этого я от нее и ждал. Тут, походу, то же самое, что ли? А вон какой-то опять этот карлица это идет. Ой, тихо. Алкоголица. Карлица. Карлица, алкоголица. Подойди, пожалуйста. А, мне тоже нужно присутствовать. Да, то есть в историческом моменте. Так, из меня вылезли руки. Я как этот... как его там звали в этом, вспомнить все со Шварцом. У меня такой мутант живет. Ну, точно. Open your mind. Nicely done. The infected now appear to be our most immediate problem. How's it going, Bones? I'm making some progress, but it'd be nice to get a little help up here. We're on our way. Spock, let's get to Medbay. 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 Мультипаспорт. Лилу Данас. Корбин, детка. Как это было, Корбен? Разорвать щупальца? Ты сможешь. Я тебе сейчас щупальца разорву. Эу. Пацан. Музыка. О май гад. Я просто потерял сюжеты где-то серии 12 назад, да. Почему мы опять на корабль вернулись? Ну, его захватили. А, и Тамара тут? Не исключено, не знаю. Может, мы опять потом на Горн вернемся? Что мы тут делаем? Кто-нибудь введите этому человеку успокоитель. Да, я тоже встречу. What's the status? I got injured everywhere. We've been able to barricade ourselves in here, but those little bastards are persistent. Ну и такие уж они маленькие. Да, не такие уж литл. Насчет бастардс я не против. Бастарда. Пурке, сеньор. Por favor. Мама мия. Что ты спиной стоишь? Я стесняюсь. Answer me, hobbitses. Так, а куда нам идти? А куда нам идти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда.
Ты бы видел. Что такое? Игра опять сломалась. А я не могу идти, я тупо на месте стою. А вот нормально. Так, не, у меня управление инвертировано. Ну, это великолепно, я считаю. Все, прошло. Нормально. Фух. Сюда. Да подожди, тут очень круто. Что это такое? Идем ко мне. Бля, я двигаться не могу, вот. Там ну нафиг, тут вообще что-то багов куча. Да нет в этой игре багов, у тебя просто версия пиратская какая-то. Может быть. Хуй! Ну чё ты там, идёшь уже, нет? Я пытаюсь повторить. Нет, получается. Ты бы видел свой тень. Ни одного бага за игру. Да вы что? За такие-то деньги тут багов быть не должно. Нет. Откройся. О, а что там написано? М611. Понятно. Я убиваю команду. Нормально. Нечего было переходить на сторону врага. Предатели. Дай так. Жи, их вылечить. А, это тебя вылечить может. Меня нельзя вылечить. Уже все. Кто кричит? Там внизу так. А, желающие умереть. Типа, спасите нас, вылечите. Мы на самом деле просто находимся под контролем. Ага. Конечно. Вы просто умрете. Ага. Куда ты ходишь? Я за тобой хожу. А, вот, смотри. I have a family. I have a gun. I don't give a fuck about your family. I have a gun. Fuck you, you bitch. You will die. Не вылезай из меня, пожалуйста. Малин! Списнякс! Я больно штукнул попой. Я больно штукнул попой, Пол. Пол сломал. Обидно, кафель дорогой. А что ты, брат, нажил? Хороший кафель, немецкий. Ты наш, нет? Не doesn't matter. Наших здесь уже нет. Почему нет? Не! Ха-ха-ха. Я взорвал его! Мина! Трусы. Мина в трусах. Мина! Труса! Мина! Труса! Подожди, мы вернулись туда. Зато мина обезвредили. Ну типа, по идее, должны были по стелсу пройти, никого не убили. Нет. Я даже пушку стал нести, убрал ее. Думаю, да наверное нафиг. Так, куда? Наверх. Вон туда. Наверх. Ну вообще наверх. А, да. Блин. Ты где? Ты наверху? Нет, я внизу. Я бегу быстро. Беги быстрее, слушай! Бестолочь. Сам бестолочь, эй. Во, ну куда-то. Она вообще наверх еще больше. Еще больше. Еще верхнее. А, нет. Я думал, тут подъем есть. Вот, я нашел путь. Или мы отсюда пришли? Мы пришли оттуда. Да, точно. Батэль. Ты видишь подъем? Mm-mm. А теперь? Не, вообще еще черти где. А сейчас видишь? Сейчас нет. Даже сейчас. Ну на тебе там щиты. Спасибо. Так, нам. А вон туда. А теперь нам вниз. То наверх. Что это было? Где ты вообще? Я упал вниз. Как ты мог упасть? Я просто через перила перепрыгнул. Он зацепился ногой. Все, я уже встал. Ты встал? Да. Я устал лежать, короче. А почему нам наверх показывало? Ну, уже на низ. Какие есть идеи, Спок?
ну, бегать, короче, голым по улице и кричать «Слава Ктулху». Короче, нормально? Ты, походу, одну должен, а я вторую. Да ты что? Нет. У меня кнопочка не работает. Мне сломано досталось. Зато я могу тебя подлечить. Найти и починить панель управления каждого. Ты починил? Нет, 0 из 2. А как их починить? Так не получается? Нет. Даже не сканируется. Так, подожди, это, вот эти фишки нам надо починить. Оно, эта фигня, походу, где-то в другом месте находится. Какая фигня? Ну, которая... Которая должна чиниться, чтобы они работали, эти панели. А как она выглядит? А вот сейчас узнаем. Ой, я одну нашел. Чё ты там нашел? Всё, я нашел одну. Вторую давай ищи быстро. Как она выглядит? Я найду сейчас и вторую, да. А ты, главное, убивай всех остальных их. Слушай, я не могу туда войти. Ну ты. Придется лезть вверх. Да, я пойду другим путем. Я не хочу этот путь. Ты хочешь этот путь? Это отверстие сатаны. Я не пойду этим отверстием. Пойдешь, куда ты денешься. А, лингвезик. Ой, я нашел. Все, тут враг. А это ты. О, свет дали. Штяк. Ты все починил, пока я втыкал? Походу, да. Прости, член команды. Умри, член команды. Рэгдолл. Дай, дай, мадафака. Конечно. Ты уже пришел туда, нет? Нет. Эй, хорошо. Вот теперь я туда пришел. Давай взламывай, не так, ломай ногу его, вот так, паш. Давай, давай. Эй, мага. Вася, давай, давай. Давай, ну. Почему ты все ломаешь всегда? Нет, ну не всегда, вот всегда спрашивай. Не убив ни одного зараженного, выполните. Да конечно. Конечно. Вот. Не убивай его, он зараженный. Первого не убил. А, у меня глушили. Бичес. Мирандритек. They are surrounding us. Hurry up. We have injured. Run for your life. For mother Russia. Я нашел выход. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Сейчас Дарт Вейдер такой. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Это не выход. Ах, я уже понял. Ааа, какого черта это везде? Корабль этот говно какое-то представляет по сравнению с нашими. Лететь на нем не должны мы. Ну чё, кто тут жаловался на жизнь? А, туда. В другую сторону. В 50 метрах жаловался. А вас жаловались в 50 метрах, капитан. Конечно. Где ты жалуешься? В 50 метрах. Как ты туда попал? Надо открыть эту дверь. Как ты там оказался? А подержался? А вот дверь. Let's get this door open. Come on, hurry up. This door open. I'm coming. I'm right here. Are you right. Waiting for me? I'm here. Come on, let's open the door. Press this button. Oh, we did it. Chekhov's waiting, Captain. On it. Just get the antidote. Check out my ship back. My ship back. Мне, говорит, нужна моя овца назад. Я хочу вернуть овцу. Don't kill us, please, говорит. Пожалуйста, он мне говорит, пожалуйста, не отстреливайтесь.
Стрелять, пожалуйста. Главное, сам положил половину, а на Кирка все спихнул. Точнее, на Спока. Да какая разница? Кирк, Спок, они оба Спок. И Варёк. Ла-ла-ла-ла-ла. Это вообще край просто уже. Дверь закрыта, капитан. Я в курсе. Открой дверь. Там Чехов. Анатолий Павлович. Ой, Анатолий, говорю, Антон Павлович. Анатолий. Ты ломаешь ее? Упи-пап. Да. Я пытаюсь, точно. Я сделал вид, что я занят делом. Тренируюсь пока. А где Падми? Падми где? С тобой все будет хорошо? Я, мне другое понравилось. Зашли, высыпали по обойме. Мистер Чехов, похоже, раненый. Это нужно отпереть. Отпри. Со стороны это вообще упорото смотрится. Упорото смотрится, как ты его стену упер. Так главное... Ладно, без комментариев. Я его несу. Я, говорит, вас прикрою. А, закройся, сынок. Да его бросим. О, враг. Please stop me. Of course. No problem. Я его веду, короче, и могу им стрелять. Им стрелять? Да. Бупи-пап. Я не понял, пацан. Run. Я не знаю, вот хоть бы ноги там переставили. Как он вообще передвигается? Ты его тупо несешь, это что ли, на бицухе своей? Ну да. У него ноги просто волочатся. Получается, да. Ты вот таким хватом его ведешь. Нормально. Ему норм. Ну ты здоровый, тема. Надо было тупо тогда вообще за ногу взять и... Ты волочь. А. Вот ты умер. Чё стоишь? Да, почти пришли. Но у командира Спока были другие мысли. Парень, чё его нести? Я уже устал, да? Бросил его. Бросьте меня здесь. Не, он говорит, не бросайте меня, говорит. Карл Урбан. Thank you. I'll get him fixed up. No problem. Please tell me we have enough of that area. Looks like we got just enough. Now we gotta distribute it. Given the state of the infected, administering the vaccine may prove difficult. Not as difficult as you think, Spock. The vaccine is airborne. Fascinating. У него глаза какие-то это. Pump it through the vents? Бешеный. Это он уже этой вакцины вкололся, там пару доз. Он не видит ничего в своем этом 3D мире. Или 2D, может быть, даже. Да ты посмотри на этого дегенерата, он угашенный. И давай сфоткай ему. Сфоткай типа дегенерат. Вконтакте выложу. Да-да-да. Наву. У меня есть аккаунт на Инстаграм, я сфоткал, как я упоролся. Что такое Инстаграм, кстати? Это, там выкладывают фотки. Очень полезная вещь, в общем. Да не стреляй мне, не стреляй. Вот так вот, пусть он попытается меня... А, больно! Нифига. Да он убьет меня так, больно же. Нормально. Ты их все-таки оглушаешь? Я, да, периодически. Нет. Когда есть желание. У меня никакого желания нет. Блин, показалось мина. Не, в натуре мина. Дал бы мне. Просто исчезла. Вот еще мина.
Нормально, у тебя метода такая. Нормально, да. Патроны! Патроны, капитан! Капитан патроны продал! О, нет, только нет. Снова. Ох, опять эти пипки. Я ничего не слышал. Лучше сделаю вид. Сделай. Все, дешевелись. Тогда будет 3 часа двигаться. Надо быстрее. Нет. Но сделаем быстрее. Надо найти. Ну, ищи. Ты нашел? Видишь? Нет. А сейчас? Блин, ты убежал. Да я не могу удержаться. Я там параллельно в косынку играю. Мне вообще не пашет, честно говоря, эта волна. Давай! Давай. Сам концом. Компьютер сломан, ваша попытка потрачена. Прощайте. О, какие-то что за... И дают и газ. Сейчас будет все ок, их восстановит. Их отравили насмерть. И всю команду, которая не заразилась, тоже. Ох, черт, это получается, мы убивали свою команду? Это не мы. Надо уничтожить срочно записи бортового компьютера. Только-только хотел сказать. Не догадался. Я взломаю мину. Отлично. Ну, смотри, там что-то за этим. Что-то странное. Мне сюда. Там хищника, похоже, убили. Ужас, как они могли. Долбанный корабль. Я не буду охотиться на этом корабле больше никогда. О, был первый, последний раз. И умер. Хали, да? Выжил. Опять взламывать или что? Подожди, мы что, вокруг обошли? Не, ну что тут скажешь? Да мы спешим, ты что, не видишь? Выйти. Заблудились на собственном корабле, короче. А, я упал, не прыгай! Я упал на тебя, поэтому... Спасибо, противный. Враги? А смысл? А, больно, спина! А, болит? Это после падения. Нет. Вы успели, да. Вы успели, но все умерли. Да господи, когда это все закончится, мы уже по 5 раз на этой локации. Я не могу. А им по перцу вообще стоят там. Да, не надо его кушать. Он хороший. Беги, мужик, беги! Такой проломился. А, меня едят! Он вцепился мне в лицо своим... Нормально. Ладно, ничего не было. Он не вцеплялся мне в лицо, ничем. Забудем об этом. Я не хочу об этом вспоминать. Так, и? Нужно еще 3 раза пробежать по этой локации, а то ничего не получится. Наверное. Я нормально, говорит, я нажрался в говно. Я отдыхаю. Он еще лезет. Там кто-то сидит в бочке, и ему хорошо. Ага, обрыганный весь. А давай сфоткаем. Ты убьешь их уже, нет? Nope. Да. Им нужна граната, я знаю. Да, тоже об этом подумал. Да, это мина. Ну, тоже нормально. Да. Что-то идет не так. Ты говоришь, что-нибудь работает нормально? Показалось.
спина. А, ну да. Ей! Давай, как спецназ отлет. БДБ. БДБ. Ну, ты типа выведел, долго падал. У меня спецэффект крутой получился по той звук. Он у меня продолжается. Я могу бегать. Так. Ты можешь бегать? Куда побежим? Я? Я могу бегать. Фли. Встань, иди. Он встал и пошел. Ну и что, что за... А чё, говорит, чем он болел? То у него что-то печень болела. Ай, давай, давай в атаку. Убьём их всех. Откройте лифт. Лифт открыли, эй, там. Похвала. Я люблю похвалу. А, это потому что мы дополнительное задание, походу, выполняем. Потому что я не успел никого убить. За промежуток 30 секунд. И там похвалу. Хоть так уже им дайте. Ай, молодец, молодец. Такие, да ладно. А ну выключай тут все. Но, мама, я поиграю еще 5 минут. Мне так нравится эта игра. Вы знаете, там, где я был, там нет игр. Поэтому мы грабили людей. Они хотят убить твою жирную бабу. Тебе нужен контроллер. Я куплю тебе контроллер. Не беспокойся, я куплю. Камикадзе. Вау, вау. Воу, 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 полегче. Вау, воу, воу, повыше надо, повыше. Повыше. Ты управляешь. Нет. Ты. Я? Ты. А, повыше, повыше. Здрасте. Не получилось. Ля там размочила. Дело в том, что в салоне этого челнока было 20 человек. Пока, капитан. Дети причем? Ну нам это... Отпусти негритаску. Не помешало. Компьютер тупой. Сам не мог догадаться, что... Сразу на свое место. Это мое кресло. Герой захват Энтерпрайз. Что у нас на головах? Это как это, у кошек есть же, чтобы они... Жопу не лезали. Так, закругляемся с этой серией уже. Пью-пью. Пью-пью. А почему, смотри, у меня вот у тебя вон. А потому что я прокачался. Нет. Я прокачал эту фишку. Короче, мы победили, мы всех выиграли с прогиба. В следующей серии, может, я второй раз это уже говорю, будет конец. Потому что... А что тут, по сути, осталось? Ой, что, на планету пару раз вернемся, а потом еще ну, туда раз побегаем. Может быть. Ладно, как бы там ни было, вас ждет сиамский близнец Киспок. Увидимся в следующей серии. Пока-пока-пока.